зала вышла и своей пока что еще неумелой рукой делает лепестки будущей розы. Так, умница. Вот так. Это мы убираем, да? Еще раз. Это у нас лишнее колечко такое. А теперь самое главное, смотри. Ты должна увидеть розу. Вот для того, чтобы листочек, вот, загляни внутрь. Прикоснусь к творению Бармана Листера. И веди, вот, видишь, у нас получился уже лепесточек. Вот он, видишь? Поворачиваешь и рядышком делаешь следующий. Умничка, нажимаешь, и опять следующий, раз. Друзья мои, отведал я мохито в исполнении Никиты, бармена ресторана «Терраса», и теперь с уверенностью могу сказать, это, ну, явно, что полезно, натурально и вкусно.